Когда вы думаете о вашем iPhone, это продукт, который вы используете чаще всего в жизни. Ну, кроме обуви. Учитывая уникальные отношения, складывающиеся у людей с их iPhone, мы очень серьезно относимся к его обновлению. И поэтому мы на самом деле делаем это два раза в год. И результат — iPhone 5. Шестой iPhone. Шестой iPhone. iPhone 5 — самый толстый и тяжелый iPhone, который мы делали. А, я вас Конечно, мы сделали его тоньше и легче. На 18% тоньше и на 20% легче. Ля-ля-ля, неужели это кого-то еще впечатляет? Что действительно впечатляет, так это молниеносные LTE-загрузки по сотовым сетям. Скорости выше, чем у Wi-Fi. Особенно, когда все затроты на планете стали скрывать свои Wi-Fi-сети. В iPhone 5 мы создали новый уменьшенный Lightning коннектор. Он полностью цифровой, так что он заменит древнюю технологию предыдущего поколения. И он двусторонний, можно вставлять любой стороной. Попробуйте так со старым. Нам кажется, это круче, чем то, что у вас копилось 15 кабелей от старых продуктов. В iPhone 5 мы усовершенствовали камеру, линзу камеры. Ее защиту. Мы также представляем новый процессор A6, который в два раза медленнее прошлого. Опять попались. Вы бы видели свои лица. Функция панорама на iPhone 5 абсолютно революционна и не похожа ни на одно бесплатное приложение, которое мы могли загрузить за 3 года. Идеальное сочетание железных компонентов и программного обеспечения позволяет, что бы вы ни делали на iPhone 5, ощущать большую плавность, отзывчивость и скорость интерфейса. С этим замечательным дисплеем вы чувствуете, что можете больше. Вы чувствуете, что можете все. Все, что придет в голову, вы можете сделать. Из-за этого 4-дюймового дисплея. Все, что угодно. Не знаю. Назовите, и я сделаю это прямо сейчас. В iPhone 5 мы сказали нахуй Google карты и добавили 3D-режим. Плюс у нас есть пошаговая навигация с подсказками Siri. Жги с... А теперь Siri может еще больше. Она подскажет спортивные результаты, закажет столик. Она даже скажет вам, если думает, что ваша жена вам изменяет. Дженнифер, нам надо поговорить. Facebook интегрирован в iOS 6, так что готовьтесь читать еще больше фигни, на которую вам плевать. И теперь вы можете делать FaceTime-звонки через сотовые сети, так что где бы вы ни были, вы можете увидеть сиськи на своем телефоне. В iPhone 5 мы начали с дизайна, который нам действительно нравится, но чтобы построить его, мы заглянули далеко в будущее. Так что, по существу, мы построили iPhone 9, а потом ухудшали его. Я вам скажу, когда мы разберемся с этой циферной системой, через 7-8 лет, когда выйдет iPhone 9, он снесет вам башню. Удивительный. Необычный. Революционный. Экстра-удивлюбычайный. Это прилагательное. Перевел Джесси Киллер 2000, озвучил Wylsacom, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, все ссылки в описании, пока.